Тима, добрый день. Добрый. Привет, что заехал. Когда ты у нас лечился последний раз? Ой, последний и единственный раз. В ноябре 2014 года. То есть почти вот. Да. Что тогда с тобой было, что тебя привело к этому? Ой, употреблял я спайсы, амфетамины, все подряд, все наркотики. А почему решил обратиться? Ой, так. Потому что пришло уже до предела, жизнь дошла. Потому что уже упал ниже некуда. То есть понял, что пришло осознание, что дальше уже... Да, дальше уже просто тьма. Пролечился у нас. Да, пролечился. Да. Пролечился сколько месяцев. Что произошло с тех пор? Как твоя жизнь? Так как бы... Наладилась, не наладилась? Какие достижения у тебя? Пошла она, конечно, белым цветом. Все хорошо. В жизни все прекрасно. Что, как бы еще сказать. Как бы больших успехов нет. Вот. Ну, не знаю. Год это, я думаю, что год это мало, чтобы что-то достичь. Просто, ну, по мере поступления, вот как бы, поначалу привыкал вообще к обыденной жизни. Ну, вот, что как можно жить без наркотика и как можно вообще спокойно жить. Можно спокойно, никаких проблем в этом нету. Жизнь еще лучше без наркотика. Вот. Но только что прошел год, вот это уволился с работы. Вот это самое, чего больше достиг, это я уволился с работы. Да вот на днях, можно сказать. И что теперь? Еду в Польшу работать. По профессии плотником. И тоже так спонтанно, ни с того ни с сего. У тебя были проблемы, мы с тобой достаточно долго обсуждали проблему. Ты испытывал сложности по поводу необщения с зависимыми людьми. Ты говорил, что на работе там у тебя да. очень много. Да. То есть это была для тебя проблема. Как ты ее решил для себя там? Ну, как сказать? Это я думал, что это все-таки проблема. А оказалось, что это и не проблема. Все значительно проще. Да. Что просто вышел на работу, просто ну, никто не употреблял в тот момент, как бы сильно. Вот. Из нашей компании один бросил тоже, он не употребляет. Сколько? Ну, столько же, сколько и я. Третий периодически у него есть такие срывы, там три месяца не курит, потом месяц курит, и так вот он на работе. Отвращение полное, общаться не о чем с человеком, ну, просто на глазах, он как бы, вчера он знакомый нормальный человек, сегодня он просто превращается в какое-то животное, в какой-то овощ просто-напросто, человек умирает и все. А семейные проблемы были у тебя? Ой, семейные проблемы, развелся и все. Ребенка видел, давали. Последний раз, вот когда его вот, на днях видел. А до этого аж 14 февраля. Как бы, ну, с женой общения нету, ну, такого. Ну, нету плотного. Не было контакта с ним, даже. Я с ним не был, понятно. Ну, планы на будущее у тебя работать больше, зарабатывать деньги. Да. А дальше? Ой, а дальше? Ну, вообще, в принципе, вот как бы, сейчас я поставил для себя цель, это поехать заработать первое время, вот пока месяц на полгода мне дали визу, это первое время заработать на раздать долги, которых очень сильно много, и уже откладывать деньги на покупку квартиры. Хочу себе купить двухкомнатную квартиру, продать свою однокомнатную и купить себе двухкомнатную квартиру. Долги ты имеешь в виду кредиты, да? Ой, там получается и за лечение тоже кредиты, и за квартиру, что я год не платил, когда употреблял, ну, такое. Сразу все наросло просто. К нам решил заехать на подкрепление или просто потянуло? Просто в гости решил заехать на дорожку, думаю, это тут еще, ну, как бы рядом, потому что местный, как бы, там, сел и приехал, а так уже на полгода уезжают, уже полгода не увидишь. Лишний не будет. Да.
Хорошо. Дима, несколько слов о твоем впечатлении о нашем центре, о лечении. Ой, лечение хорошее. Центр тоже хороший. Советовал бы сюда ехать. Такого другого центра я даже и не знаю, и не слышал о других центрах. А что ты пожелаешь ребятам, которые будут тебя смотреть? Ой, ребятам я пожелаю верить в себя, не бросать. Не знаю, ребятам я хочу пожелать, чтобы они вылечились, начали новую жизнь и жили счастливо, можно так сказать. Потому что жизнь без наркотика лучше, и жизнь без наркотика все-таки есть она. Это и есть настоящая жизнь. Да, это и есть настоящая трезвая жизнь. Спасибо. Вам спасибо.